свет. У меня телефон у Ани. Томас Вилсон, один из великих бишопов, он в 18 веке, что он там делал, рассказывает что-то. Нет, это погрузили продукты, ну, чтобы не поднимать. Это обычно это самое, лестница. Как? Ну вот он, очаг. Смотри, наказание. Давай, фотографируйся. Когда тебя наказывают? Эй, так, сейчас тебя... And you stay here for a long time? Yeah. As a prisoner, yeah? I didn't pay my tax. And then you платил налогов. And then they're going to pick up your ass. You bad boy. Bad boy. I see it was Castle Russian. Это камни носить. Носить камни для строительства. Положил туда кирпичик и пошел. Ну, такой кран там поднимали, видимо, что-то, не знаю, продукты или что-то еще. Это обычный кран. Лебедка. Колодец с водой. Слушай, у них здесь много колодцев, что ли? Конечно, что. Куда? Ну, вон же калитка справа. Ну, справа калитка. Другая. Другая. Ага. А это emergency exit.